самом деле очень замечательно. Я был удивлен, потому что я был уже на многих конференциях, не только в Украине. И мне очень понравилось как организация, так и место проведения. И аудитория, вот самое главное, живая. Она хочет тебя слушать, и она жаждет задавать вопросы. И, знаете, для этого, наверное, спикеры работают, для того, чтобы потом кто-то взял эту информацию и воплотил это в жизнь. Мой доклад был о построении внутренних партнерских сетей. И я вижу среди аудитории тех людей, с которыми мне приходится работать ежедневно. И я понимаю, что это люди, которые действительно вовлечены в внутренние партнерские сети, они понимают, о чем я говорю, и после конференции они задавали правильные вопросы, и вот этот нетворкинг, он действительно двигает всю индустрию вперед. И когда я был специалистом начального уровня, то, что отличало меня потом от специалиста среднего уровня и более высокого, это посещение конференций, потому что когда я просто решил стать маркетологом, я начал читать информацию в интернете, которая очень много, и до момента, когда я ее заканчивал читать, она уже становилась нерелевантной. А конференции – это возможность услышать вот то, как рынок работает сейчас. И подобные конференции – это действительно очень круто, и это толкает всю индустрию вперед. С каждым годом маркетинг в целом смещается в сторону более глубинного анализа факторов и анализа пользовательского поведения. Поэтому сейчас уже актуальны и еще более актуальны, чем в прошлом году, такие каналы, как RTB-сети, как affiliate-маркетинг, как data-driven-маркетинг. И я думаю, что этот тренд будет сохраняться, потому что диджитализация бизнеса, она с каждым годом все больше и больше настигает нас. И с моей точки зрения, основной тренд 2017 года – это развитие каналов маркетинга, которые направлены на подсчет аудитории, на вовлечение аудитории и на удержание аудитории.